Добрый день всем. Сегодня захотелось мне испечь хлеба белого, высшего сорта, муку буду использовать. И для начала мне нужно поставить опару. Буду печь с прессованных дрожжей. Пачка вот 100 грамм, я ее делю на 4 части. Беру 1/4, кладу в бокал. Сыплю туда 1 чайную ложку сахара и 4 чайные ложки муки. Мука просеянная. Все хорошо размешаю. Дрожжи размельчу, измельчу. Теплой водой залью. Чайник и водичка чуть теплая. В общей сложности все у меня занимает 1/2 бокала. Хорошо размешать. Все хорошо размешала. Накрываю вот такой прозрачной крышкой, чтобы мне было видно, когда будет опара подходить. А сама буду готовить муку для того, чтобы хлеб печь. Вот здесь у меня просеянные 500 грамм муки. Беру чашу миксера. Насыпаю сюда часть муки. Оставлю немножко, потом буду подсыпать. Добавляю сюда соли, ну, 1 чайную ложку. Хорошо размешаю. И будем ждать опару. Смотрите, как опара наша подошла. Очень хорошо. Сюда я ее выкладываю. Чашу миксера. Сюда же сейчас налью целый бокал воды, той же теплой воды. Миллилитров здесь, в этом бокале. Сейчас размешаю здесь все остатки опары, чтобы бокал был более-менее чистый. Одну столовую ложку растительного масла. Можно две. Давайте две налью. По настроению, как когда мне хочется. И идем теперь к миксеру. Работу ему доверять будем. Так, опускаем головку миксера. Включаем сначала на маленькую скорость. Муку буду добавлять дальше в процессе замешивания, пока не станет у нас крутое тесто. Сейчас прибавлю скорость до 4. И 5 минут мы спокойно, можно часик здесь пить. А он тут работает. Смотрите, какое тесто уже стало. Уже сейчас будет готово. Муки ушло сюда 600 грамм. Я еще добавила 100 грамм. Сейчас будем вытаскивать. Останавливаю. Поднимаю. Крюк. Крюк. Счищаю. Вот такое тесто получилось. Идем к столу теперь. Да. Стол присыплю мукой и вынимаю тесто из чаши. Оно прям как пластилиновое, такое податливое, хорошее. Вымесилось все. Вот оно какое получилось. К рукам не липнет. 600 грамм муки у нас ушло. Сейчас я его здесь обомну немножко.
И потом уже в форму на расстойку поставлю. Муки много не надо. Проверяю, все ли промесилось. Первый раз делаю в миксере, проверяю. У меня сегодня форма будет длинненькая, большая, поэтому я такой вот, такой формы делаю хлебушек. Сейчас форму маслом протру. Разогрею. Чуть-чуть подогрею форму. Смазываю прям рукой. Всю форму смазываю маслом. Она чуть теплая. Я ее просто чуть-чуть подогрела. И сейчас положу туда наш будущий хлеб. Приминаю. И на расстойку буду ставить в духовку. Духовку прогрею на 30 градусов. Час будет стоять точно, а может быть чуть побольше. Посмотрим. Смотрите, 32 минуты наш хлеб стоял. 45 минут ровно в духовке. При 30 градусах даже чуть побольше стало. Теперь я включаю на духовку на выпечку. Хлеб брызгаю водой. Посыпаю кунжутом. Смотрите, как он хорошо подошел. И ставлю в духовку, уже на выпечку. Теперь целый час хлеб будет печься. Будем вытаскивать. Час прошел, выключаю. Достаем наш хлебушек. Вот какой он красивый. Вот какой он красивый, посмотрите. Так. Ой, такой горячий. Надо только в рукавички его брать. Так. На ноль выставила. Хочу посмотреть, какой вес у хлеба получился. Этот я не вижу с этой стороны. 100 кг наш хлебушек получился. Вот. Было здесь 600 грамм муки, 350 воды, ну, а пара грамм 100, наверное, было. Такой хлеб вкусный. Это я пеку вечером на завтрашний день. У нас бабушка темный покупной хлеб магазина не ест. Вообще не хочет магазинный кушать. Она говорит, что он кислый. А это вот на завтрак. К завтраку бабушки нашей будет хлеб свежий. Да и мы тоже. Может быть, и Миша заедет с утра. Ой, такой красивый. Чуть-чуть попозже разрежу. Ну, кусочек отрежу. А сейчас не могу, горячий. Так хорошо пахнет. Всем советую печь хлеб. Свой, домашний, он очень вкусный, никаких вредных добавок, и составляющих очень мало, вода, соль, мука и дрожжи немножко, и все. Хочу сказать, что вот этот миксер справился хорошо со своей функцией. Я даже думаю, что такое тесто, может быть, завтра сделаю на пельмени или манты в нем же. Кому понравилось, ставьте так, хотя я еще с вами встречусь и разрежем хлеб. Сейчас я его укрою, вот так. Накрою и с очагом. Чуть теплый.
для вас, для вас. Ой, какая корочка хрустящая, вообще отлично. Что, придется молоко пить на ночь глядя? С горбушкой хлеба. Та-да-да-там! Что тут у нас получилось? Так, еще теплый, немножко замяла. Еще теплый. Чуть-чуть замяла, пока резала. Он весь пропеченный. Ты будешь? Сейчас мы молока нальем. И я горбушку, а оператор следующий кусок. А бабушка утром... А бабушка утром... Вот такой хлебушек у нас. Вкусняшка моя. Моя вкусняшка. Пеките. Пеките для своей семьи. Всем советую испечь хлеб домашний. Если вы один раз попробуете, то вы уже будете постоянно потом. Тянуть вас будет к домашнему хлебу. Магнитом.